Сережу давно уговаривали на этот конкурс, и он, надо дать ему должное, честно отнекивался, отбрыкивался, не хотел. И до последнего момента это все происходило, пока Сережа не услышал песню, которую ему предложили исполнять на этом конкурсе. И опять-таки, меня в этот проект пригласила компания ВГТРК. И еще раз, лично Геннадий Борисович Гакштейн, который, собственно говоря, и свел в этом проекте нас с Сережей. И, собственно говоря, может, поэтому мы сегодня так радуемся за него и желаем ему, самое главное, сил и вдохновения творческого для того, чтобы он покорил эту серьезную высоту под названием «Евровидение 2016 в Стокгольме». Я больше ничего рассказывать вам по композиции не буду. Это все находится в процессе. Все только начинается. Я могу сказать, что единственное, пообещать, что мы приложим все усилия, все возможности для того, чтобы сделать очень качественную работу на европейском уровне. И не подведем страну и, в первую очередь, конечно, Сергея.